Сегодня у нас 15 июня 2017 года. Продолжаю видеообзор ежевика начес. Ранее. По описанию крупноплодная. Хочу вам показать вот ягодку. У меня одна поспела. Вот она такая красивая у нас. Вот эта вот ягодка черная. По размерам вот она такая вот первая. Я думаю, и остальные такие будут. Хочу близко показать. Резкость неважная, но... Ну вот она, в принципе, вот так вот. Если смотреть, то понятно, что... Ягодка у нас... Она поспела буквально, если смотреть... 12 числа я снимал. Еще красная была. Сейчас вот уже 14 вчера, вот сегодня 15 мы заметили, что она черная уже. Получается, с красного состояния она зреет в течение недели. Вот это вот тоже скоро почернеет, то есть скоро поспеет. Ежевика, она должна быть черная. Пока ягодок немного, потому что куст молодой. Вот мы видим, тут еще скоро будут зреть. Они такие есть, вот как по описанию. Вначале с верхушки зреет, а потом уже остальные ягодки зреют. Вот. Будем смотреть дальше, что будет происходить с кустом. По возможности я буду записывать, если буду успевать по времени. Если будут получаться еще у меня все. Ну, пока вот так вот куст выглядит. Отростки у нас уже достигают метров трех, наверное. Вот аж сюда выходит. Два таких у нас отростка в данном кусте. Вот второй отросток. Пока два. Ну, их бывает и более. Сколько их точно бывает, я более вероятно, что буду знать, но не сейчас. Будем жить, смотреть, и будет понятно, как он живет, как он развивается, как он плодоносит. Так вот. Слава Богу, что есть такая возможность выращивать такой куст. Если вы желаете в своем огороде иметь такой куст, у вас такая возможность есть, потому что у меня будут саженцы. Саженцы я буду прикапывать в августе, не то, чтобы в сентябре она уже была корневая система. Можно, конечно, и осенью купить саженцы, они будут у нас в стаканчиках 0,8. Вот, можно купить весной, как пожелаете. Телефон и e-mail я оставлю в описании. Наблюдайте, смотрите. У меня есть и другие снимки, видео. Можете смотреть, может кому-то нужна клубника. Я с клубникой занимаюсь также. Есть другие сорта ежевики. Также можете смотреть, наблюдать. Если кому-то что-то интересно, связаться со мной. Я нахожусь в Гродно, Беларусь. Вот. Саженцы я высылаю, если почтой. Вначале вы оплачиваете за саженец и почтовые расходы. Я через 2 дня отправляю вам посылку на указанный адрес. Если это Гродно, я встречаюсь на КБК 13, это Ламит возле входа. Для того, чтобы